О! Так, так, так. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы продолжаем играть в Ice Scream. И сейчас мне нужно... Тут все начинается сначала, к сожалению. Поэтому тот этап, на котором я остановился в прошлой серии, он ни хрена не запустился. Брэд. Следующим по смене будет Брэд. Мне надо запомнить это имя в будущем. Те, кто смотрели прошлую серию, знают зачем... Блин, скотина. Уйдет! Уйдет отсюда! Уйдет отсюда, брать. Лыбится оно. Тварь такая. Так, слушайте, надо брать, короче, монетку и сваливать отсюда сейчас на детскую площадку, если я не ошибаюсь. Давайте я спрячусь. Он же меня, я надеюсь, упустит из виду. Все, все, я спрятался. Все, нормально. Так, давай. Малой, крепись. Крепись, без жратвы держись. Я понимаю, что ты жирный, но придется немножко похудеть, пока в клетке... посидеть. Придется немножко похудеть и маленько в клетке посидеть. Ну, ты сам понимаешь, парень. Ты сам понимаешь, такова твоя судьба теперь. Так, сейчас я, смотрите. Моя задача наконец-то взять и воспользоваться пистолетом. Не, ну вы представляете себя, а? Хрена с два, тут пистолетом так просто воспользуешься, да? Давайте, наверное, пока я куда-нибудь в другое место убегу. Короче, бегу, раз он там, то я воспользуюсь этим случаем и сразу же быстренько сейчас разберусь с этими рычагами. Потом уже с пистолетом. Сначала с рычагами, потом с пистолетом. Давай, дверь. Так, как? Вот тогда я дернул вот так, помню, и это сработало. Вот так вот, раз. Да, это, походу, вечная комбинация. Она, походу, всегда срабатывает, и это хорошо. Надо просто дернуть один единственный рычаг. Ну все, я пошел... Подождите, а монетка-то, наверное... Не, нельзя. Монетка-то пропадет, ребята. Я сейчас возьму там ключи или что, и монетка пропадет, понимаете? Так, все, это мразота бежит ко мне. Давай, давай, дорогуша, давай. О, какой страшный дядя мороженчик. Просто обосраться. Так, мне надо быстрее вот это вот сюда, вот и вот сюда. Давай, 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 так. Да хватит, господи. Ох уж это управление вот это эмуляторское, да? Сейчас ничего, сейчас мы его разведем. Сейчас мы его разведем нормально. Пистолет-то уже готов, в принципе. Че нам? Че нам? Вот так вот берем, оббегаем вокруг тачки и все в порядке. Кстати, я, кстати, рисковал, может, тут зазора бы ни хрена не хватило. Ну, по-видимому, хватило так, да? Ты можешь пистолет взять, дебил? Традам, традам. Ну-ка, и как? Вот так вот, да? О, нормально. Нифига себе, ты сбил Рода, и он будет без сознания. Вот это халява. Минуту цел. Ууу, красота какая. И 9 патронов. Какие там нахрен рогатки? Рогатки это говно полное, это прошлый век. Вот это я не зря взял эту хрень. Так, нормально так я его. Ты ему сотряс, обеспечен просто потом к концу этой игры. Я ему такое сотрясение мозга нахрен устрою, гандон, а. Так, а где костюмчик-то? Тут костюмчик должен быть с ключом и прочим говном. А, сюда, по-моему, куда-то надо, нет? Ой, блин, поди теперь вспомни, ребята, вот где это находится. Я точно знаю, что где-то здесь, где-то вот на этой площадке. Так, надо делать... Нет, блин, быстрее валим отсюда. А, кстати, может быть тут рандомно, в принципе, располагается этот костюм каждый раз, когда ты запускаешь игру. Может быть, даже сейчас ключ лежит где-то там, вот на дне вот этой херни. Я не удивлюсь. Но мы пока... Я пока не буду это, я пока попробую так. Давай, ползи. Сюда ползи. Так, что-нибудь у нас тут есть? Что он там орёт, придурок? А чё он орёт? Чё дебил орёт? Непонятно. Так, давай сюда. Чё-то разоряется. Меня, главное, нет. А, во, по лестнице. Да, конечно. По лестнице я же забирался, я вспомнил. Не, стоп. Где? Где этот мудень? Где эта мразь? Так, подождите, где-то он меня увидел, да? Где-то он меня спалил. Ну, я пока вот сюда вот отбегу. Что-то непонятно вообще. Кто-то видит его? Ваше морозильное высочество, вы чё? Вы чё меня пугаете-то? Еще раз внимательно смотрю. Нет, тут ни хрена нету. Короче, по-любому, наверное, вот в этом говне где-то, да? Сейчас я... О, ты глянь! А чё ты не падаешь? Чё он не падает? Он что-то, по-моему, я ему, походу, адреналин вколол или что? Чё он быстрее стал как-то действовать? Вам не кажется? Чего? Чего? Что? Чё я сделал? Компаньон разблокирован. Я нихера не понял. Я разблокировал себе компаньона, ребята. Как это прекрасно.
А, ой, и теперь какая-то стрелочка там появилась. А, все, уже нету. Ты, слышь, рот, тупорылый ты урод, ты можешь мне объяснить, товарищ, куда ты дел это самое? Во, это прекрасно. Куда ты, блин, дел костюм? Тут должен быть костюм, понимаешь, рот? Должен быть сраный костюм, я его не вижу. Я подозреваю, что, наверное, надо... А, вот. Так. А, ну вот видите, приходится выкидывать, к сожалению. Ну ладно. Ну приходится так приходится, давайте. Бред, я помню, у нас Бред получается. Нам нужно взять там свидетельство Бреда в этом офисе. Мы сейчас поедем, ну... Кто видели прошлую серию, те понимают, о чем я. Кто знают эту игру, те тем более понимают, о чем я. А кто не видели, не знают, сейчас поймут. Теперь с этим ключом мне необходимо отправляться вот сюда вот, да, в парковку. Кстати, в парковку еще надо бы с собой помимо ключа взять канистру. Это мне тоже писали. Канистра-то, она берется там в хранилище этого мудака, да, в его базе, скажем так. Так, ну теперь надо вот искать единственный этот кабинет. А это ж, поди знай, я не помню. Это откроется, нет? Нет, это закрыто, ребята, это закрыто. Другая дверь. Так, давай аккуратно. Вот! Я с этим, со следом этого дерьма на роже до сих пор бегает. Придурок. Так, в какую мне сторону надо? В эту, да? О, гляньте, да, по-моему, так и есть. Я, по-моему, его надул хорошо, я правильно обнаружил путь. И где-то вот тут вот дверь. Где-то вот что? Да, вот, вы открыли кабинет, все, давай. Давай, главное его закрывать. Так, теперь нужно срочно Бред. Джессика Бред. Вот, пожалуйста. Все правильно. Теперь надо валить. Теперь надо как-то потихонечку валить. Блин! Мразь! С блевотиной там со своей на роже, а. Ну, раз уж я оказался теперь здесь, грех не взять канистру, я считаю. Давайте так, смотреть. Вот у нас изолента. Изоленту давай хватаем. Ты что, тупой, что ли, изоленту хватай? О, какая прелесть. Давай, быстрее соединяй это говно. Так, канистры здесь нету, она будет на улице, наверное. Так, тихо. Ну-ка, давай добежим до автомобиля. Тихо. Вон, по-моему, да? А он... Он устал. Наш мороженщик устал, ты посмотри. Можно я потихонечку возьму? Извините, я не хочу вам мешать ни в коем случае. Ты чё... Чё такое? Чё ты подорвался, придурок? Чё ты... Ой, дебил, а? Вот чё ты... Да спал бы ты... И моя радость, усни, нормально всё. Нормально всё было. Хорошо, что спалось, товарищ мороженщик. Ну, надо обязательно вот ерундой вот этой заниматься. Так, всё, я сейчас с канистры оббегаю и, в принципе... Давай, где там парковка? Да, всё, поехали. Мне всё-таки вот правда интересно, как вот я управляю им как водителем. Вот как это тут... реализовано вот в плане, ну вот как-то это нереалистично, я почему-то выбираю, куда он поедет, это очень странно, ну ладно, как-то я могу на парковке вот воспользоваться, между прочим, канистрами, мне тоже писали, поэтому я ее пока сюда вот возьму, да, можно ее даже, знаете, где-то как-то сбросить, я думаю, да, давайте я ее брошу, о господи, давай вот сюда вот, вот она, возле автомобиля как раз канистра. Потому что сейчас я все равно, сейчас я пойду за ключом, так или иначе, поэтому с канистрами некогда будет возиться. Так. Стремно немного, знаете. Потому что он из-за угла прям может выскочить из-за любого. Блин, вот страшно, я лучше вот так обойду. Я, ребят, лучше вот так обойду. Посмотрим. Нет, там его нет и тут его нет. Ах ты, вот же. Вы видали, а? Вы видали, какая мразота? Вы видали, а? Вот это лыбится, оно довольное бежит. Ты посмотри на него. Убери с хлебала это. Вот это чепушильное нечто, вот, которое я тебе там сделал. Ты мог бы уже умыться давно, приятель, на самом деле. Так, ну все, я его тут развел, конечно. Мне опять нужно взять этот Бред. Вот Бред, удостоверение личности, смотри. А теперь надо с этим удостоверением личности добежать до машины. И желательно не попасться. Вот это тоже важно. Потому что если попадусь, будет очень обидно. А он пройдет? Он пройдет. Он везде пройдет. Он, знаете, он как русская баба. И коня на скаку остановит, и в избу горящую войдет. И даже разломает вот эти вот несчастные препятствия. Он тоже, естественно, само собой. А как же, блин, иначе? Так, в какую сторону мне нужно, чтобы попасть к машинке?
Вот сюда. Ой, слава тебе, Господи, все, мы добрались. Сейчас только вот аккуратно надо обойти, чтобы не попасться на глаза этой сволочи. Да блин! Ой, слушайте, пока я буду туда-сюда тут кружить, вертеть своей жопой, да, он меня возьмет и за эту же жопу схватит. Кафетерий. Все, я, значит, с этим самым, с бейджиком Брэда сейчас возьму и получу, по-видимому, как бы это, костюм Брэда, да, в кафетерии. Сейчас попробую, во всяком случае. Давай, открываем дверь. Он где? Он там внутри? Смотрите-ка, я... Блин, какой же ты черт галимый-то, а? Внезапный. Все, я пошел отсюда. Не, я ничего не знаю. Так, давай дверь, так, давай сюда. Так, вот здесь вот необходимый нам рабочая одежда. Так, Брэд, я и взял... Я понял. Я все понял, ребят. Это карточка не для того, чтобы получить костюм, а воспользоваться вот этим вот говном всем. Поэтому смотрите как. Сейчас, вот сюда давай. Просто костюм это как бы наводка для того, чью карточку мне нужно иметь. Понимаете? О, господи, давай. Опа! Доступ к кладовке получ. Вот это, ой, это класс. Так, все. Сейчас мы его быстренько разводим тоже. Ну, он, конечно, лошня. Я, кстати, вам напомню, что я не играю на каком-то там легком уровне сложности. Это нормал. Так, ну туда я пока туда не пойду, ребят. Я не знаю, там может тупик, и эта сволочь меня поймает. Надо вначале его вот сюда довести. Здесь, соответственно, да, вот кружок мы с ним пройдемся вот с тобой. Пройдемся с тобой, кружок? Пройдемся с тобой, дорогуша, кружок. Давай, иди сюда. Иди сюда, роднулька. А чё ты так? Ну ладно, хорошо. Внезапно он решил так обойти. Ладно, похеру. Давайте мне туда, в кладовку, правильно? Что у нас тут имеется? Двери, кстати. Вот раз дверь и два двери. Стоп. Вот поди, знай, куда... Чё мне конкретно тут брать? А, нихера себе. Ну-ка, давай. Да, а как спуститься-то? Ты глянь. О! Чё ржёшь? Ржешь, дебил. Ключ от склада кафетерии. Так, тихо. А, понятно, это туда. Ой! Что-то он там заползал, а? Он прям все умеет. И лазить он везде умеет. И склад кафетерии. А, я знаю. Ну, это ж вот здесь, правильно? Нет, я здесь уже открыл. Какой нахрен склад кафетерии? Чё-то я ничего не понимаю. Так, подождите. Давайте я пока не буду торопиться, потому что сейчас он выбежит на меня, я потеряю ключ, и нахер оно мне нужно, правильно? Давай, вот выходим из окна. Склад кафетерии. Может быть, там еще есть... Тихо. Вы какой хитрожопый, а? Он реально мог меня сейчас опередить. Может быть, вот там вдалеке еще есть дверь какая-то. Вот там, где машина стоит, я просто не помню этого камня. Давай. Опа-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 
вот, наверное, вот это. Да ты что, издеваешься, что ли, надо мной, блин? Так, подождите, еще раз, я ничего не понимаю. Куда мне вообще нужно? Ключ от склада кофейни. Давай я еще раз спущусь тогда. Еще раз спущусь, посмотрю внимательно. Че, куда здесь? Нихера непонятно, да? Ну, не знаю, если вам понятно, я рад за вас. Мне непонятно. Может быть... Блин, может, перепутали в переводе? Может быть, не ключ... Может, это от тебя, нет? Нет. Рот где-то должен держать. Ни хрена он, конечно, запрятал этот замочек, я должен вам сказать. Ну, давайте буду бегать, искать, куда этот ключ применить. А что делать? Кто здесь? А то, что стекло разбито, ты не видишь? Придурок, блин. Ну-ка, давай сейчас аккуратно. Опа. Стелс. Пошел великий стелс от Декарта. Ой, слушайте, я, наверное... Я, наверное, великий стелс в обратном направлении разверну, а то что-то... Что-то сейчас стелс будет совсем даже невеликим, я чувствую. А может он, кстати, в эту сторону пойдет? А хер его знает. Да, блин. Никогда с ним не угадаешь, он такой внезапный. Полежал бы на гамаке своем, подспал бы маленько. Нет, вот это надо. Ой, блин, так, сейчас, секунду, подождите. Он мне все мозги протрахает, конечно, своей беготней. Давай уже успокаивайся немного. Хватит уже. Прими там валерьяночки. Забухни, расслабься. Да блин, да блин! Все. Нормально. Я немножко поорал, попересирался и убежал.
Давай, и сейчас его вот сюда вот надо вот. И вот отсюда надо уже драпать. Все, теперь нормально все будет. Теперь он уже не успеет. Сейчас бегун. Давай. Да, давай же. Это сработает, я уверен. А, куда мне там? В кафетерий. В кафетерии я проебал, короче, правильно? Значит, туда. Ну, все, сейчас мы. Ой, сейчас мы пройдем. Так. Где это было? Где он меня поймал? Кто-нибудь подскажите. По-моему, в окно я влез. В окно я влез. И потом не вылез. Да. Где-то вот здесь лежит. О! Вот оно. Да, склады кафетерий. Так и написано. Где? Где этот гребаный склад, мать его? Полка. Нет, не то. Дрыхнет эта мразота. Дрыхнет, там лежит опять, представляете? Вот как редко мне везет попасться на такие моменты. Как назло, не могу найти лом, понимаете? Я сейчас мог бы выйти спокойно, пока он спит. Ломиком открыть. Вот это все говно, а лома нет. А лома нигде нет. Нет. А лома нигде нет. Вот эта тварь разинула тут свой еблет. А рома ли? А лома нигде нет. Да. И что делать? И что делать, ребята, я не знаю. Вот же он, господи, он в углу тут, оказывается, сам. Его еле-еле заметно, если честно. Так, давай-ка. Ать! Ой, хорошо. Давай, вот это тоже. Все, позбивали говна. Вылезай. Бывает и такое, да. Знаете, я вам что скажу? Я думаю, что мне надо теперь попробовать тогда уже не в кафетерии. Я в кафетерии не знаю, что делать. Может, мне все-таки попробовать к парковке? Там я канистру оставил, как бы заодно сейчас попробую там как-то, ну, собственно, это. Как-то заполнить ее бензинчиком. Писали, что надо сюда. Писали, что... Да че, где он? Вон он где-то. Все, понятно, нашел. Так, и вот теперь вот поди только разберись, а куда вот это идти? Куда вот это идти, чтобы ее где-то здесь наполнитель, блин, найти? Я не знаю. Сейчас посмотрим. Ой, стоять. Ну, мне прям писали со знанием дела, так прям серьезно, что по-любому на парковку с канистрой 100%, там надо заправиться где-то, и вот. Что, туда, что ли? А туда пустят вообще? Нет, туда не пустят. Помоги этому мальчику. Я пытаюсь помочь этому сраному мальчику. Этот мальчик должен, блин, потом мне... На мне жениться, наверное, за все это. За все, что, блин, было. Потому что... А может, кстати... Здесь еще что-то вот в этих ящиках. Дверь, смотрите, тоже. О! Что-то лежит. Ой! Мамочки. Ни хрена себе. Так, что-то вдруг сместилась рамка. Надо. Блин, а он же уже здесь, да? Он где-то ходит и мычит. Где-то ходит и мычит, мразь. Слышите, да? Кряхтит, пердит там сейчас. Такие страшные звуки. Я даже не знаю. Вот это не то, да. Блин, по-моему, мне кто-то что-то перепутал. Я тут не вижу, где тут можно вообще заправиться бензином-то. Нету тут такого. Стоп. Че, он там, что ли? Вроде нет. Все, я его нашел, блин, да. Еще б я его не... Вот может сюда куда-то что-то тоже поползать, побегать, попрыгать. Непонятно. А я вот думаю, может быть, вообще этот склад кафетерии находится не в самой кафетерии, а в той же парковке, например, или еще где. Ну, 235, вот это к чему 235? Вот это 235 кабинет, типа, да, или как? Точно, смотрите, 105, 106. Вот, да, вот с этим ключом мне куда-то сюда надо. Вот к одному из этих гаражей. Только вот к какому это, блин, я не знаю. Наверное, ой, стоп. Тут все на один начинается. Это все не то. Короче, мне вниз, наверное. Я думаю, что мне куда-то вниз. Сейчас. На втором уровне, наверное, будут, соответственно, подземном уровне. На втором будет 235. Как раз, нормально. Все, сейчас мы разберемся. Ну, хоть нашел, хоть догадался, хоть определился. Там я тут реально уже с высунутым языком бегал по этой сраной кафешке, не мог понять, где там нахрен склад. Так, подожди, 235, 217, 216, 200... Блин, 201, да чтоб тебя, а? А куда надо-то с этим говном приткнуться? Помогите кто-нибудь. 213, так, хорошо, ладно, бежим в ту сторону. Блин, тут, конечно, еще. Ой, 209. Вот я чувствую, что как назло вот в этом самом опасном месте, да?
241, 240. Чтоб тебя, а? Я, пожалуй, как-то вот... Нельзя, понимаете? Очень опасно идти прям вот на перерез в коридоры в такие. Потому что он может выскочить откуда-то. 234, 232, 236. О! Так-так-так! Я открыл гараж. Ну, где-то это сволочь, я его слышал. Он прям... Ты открыл гараж кафетерий. Так, окей-окей, что мы тут видим? А, кусачки. Давай, возьми кусачки. Хорошо. Что-то еще там можно взять, не? Эх, иди-ка сюда. Сейчас мы его выманим куда-нибудь подальше. Куда-нибудь подальше выманим. Так, давай, наверное. Да, так, иди-ка за мной. Иди-ка за мной, парень. А что с кусачками? Что вот с кусачками? Я на самом деле не знаю, если честно. Еще что-то есть? Не, вроде ничего. Тут кусачки, да? Ну, все, я тогда побежал. Парковка, кафетерия, детская площадка. Ну, допустим. А я не знаю, что с кусачками. Я не знаю, что с кусачками делать. Кого покусать? Кого кусачками покусать, скажите мне? Я чисто наугад приехал вот сюда, допустим. Ну, окей. И что? А, есть. Там что-то смазать надо было. Нет, смазать это не то. Блин, а что ж... Подождите, может подумать еще какое-то время? Может здесь что-то может? Тебе кусачки не надо, слышь? Замок. Да, блин, задолбался этим замком уже. Окрестности. Туда нельзя, да? Гараж. Может, в гараже что-то? Кусачки, гараж. Подождите, в парковке что-то есть? Чтобы кусачками облезть. Критерий. Блин, ребят, тут надо думать. Тут я не знаю пока. Тут я пока не знаю. Здесь пока нужно помыслить, побегать. О, господи. Сразу же ты глянь. Сразу же, это тварь. Я, кстати, возможно, здесь вот уже вообще все сделал. Кафетерий в этой. Не знаю, может, я зря сюда вернулся с этим говном. Что я тут собрался кусать? Вообще непонятно, да? Ну, давайте на всякий случай сюда вниз. Вдруг тут что-то перекусить можно. Вот это можно перекусить кусачками? Что-то не кусается нихера, да? Кусачки мои нихера не кусаются. Представляете, как обидно, да? Так, ну давай. Да, блин, сразу... Классная дверь, по башке тебя бьет, так как дружелюбная дверь очень прям. Гостеприим. Ах ты, блин. Отсюда теперь еще хрен уйдешь, ребята. Все, я в этой кафешке застрял, блин, с кусачками, с этими сраными. И что будем делать? У кого какие идеи? Я просто так, просто интересно. А это что за дверь, напомните мне? А, ну понятно. Что же это такое? А, это код от кассы. Да насрать на него вообще. Это чисто там пистолет взять. Ну да, у меня все-таки мне кажется, что, наверное, кусачки где-то надо использовать в детской площадке. Давайте, вот пока я еще жив, пока он меня еще не грохнул, давайте мы еще туда все-таки сгоняем. Все-таки я сейчас там побегаю и все-таки попробую посмотреть, что к чему. Может, все-таки в эту трубу попробовать? Типа, может... Там было, конечно, сказано, что надо что-то смазать, но, может, можно и покусать вот здесь, например, что-нибудь кусачками, не? Ворота. Да, их нужно смазать. Тут... И куда меня это приведет, хер его знает. Но покусать тут ничего нельзя, к сожалению. Ничего не кусается. Не кусается ничего в этой игре. Я, ребята, не знаю. Я так могу с этим говном бегать, наверное, в руках еще не один час. Поэтому, наверное, мы на этом, пожалуй, серию закончим. Продолжим в следующий раз, когда я побегаю, поизучаю окрестности и попробую, блин, разобраться просто как-то в голове у себя состыковать. Ну вот просто где тут могут быть вообще применены кусачки? Пока я не понимаю. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделитесь, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.